Легенда о дворце Смецкого с историей любви. Князь очень любил свою жену, и однажды она заболела туберкулезом. Болезнь считалась неизлечимой в силу ограничений медицинских технологий того времени. Однако Николай Николаевич не мог смириться с тем, что его жена вот-вот умрет. Князь обращался к разным докторам и гениям медицины того времени, но все было тщетно. Только один из них сказал, что больной нужно создать условия, где каждый день она будет спать в разных спальнях, где чистый от микробов кислород. Именно так и сделал князь. Он купил участок земли и построил дворец для своей жены, в котором было 365 спален. Абсолютно все комнаты были грамотно расположены для максимального проникания солнечного света. Сам дворец окружен дивным садом, куда посадили привезенные со всего мира растения, чтобы супруга князя могла любоваться видом на мир, который не желает с ней расставаться. И вот наступил счастливый финал. Супруга князя вылечилась и прожила жизнь длинную в 90 лет, даже пережила князя на 9 лет.